Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Undead Nation. Последнее убежище. Ну что же, давайте глянем. Ребят, сразу вам скажу, что те, кто играл в свое время в Zombie Factory, тот поймет и найдет здесь практически идеальную схожесть с той игрой. Ну что ж, давайте мы посмотрим. Так, битва начинается. Здесь, ребята, у нас та же самая тематика, что выжившие будут делать рейды на всевозможные всякие базы, естественно, отбивать, получать ресурсы, развивать свою базу. В общем, как все в Zombie Factory. Один в один. Но только я вам скажу одно, что графика здесь, даже вот, судя по тому, что я уже вижу, в разы будет лучше. Там она как-то более-менее такая, знаете, как сказать, угловатая, туповатая. Здесь как-то, по крайней мере, персонажи выглядят очень эффектно. Возможно, здесь можно приближать экран, ребят, так как я играю, сами знаете, на эмуляторе. Я этого не могу себе позволить. Но чувствую, на Android-системах и гаджетах это можно вполне делать, чтобы приблизить и лучше посмотреть, как происходит сам бой. Как видите, мы с вами выбрали трех персонажей, да? Вышибала у нас идет первый. Так, что такое? У нас тут типа босса, что ли, да? Ох, вот что можно применить. Погоди-ка, как? Воу, круто! Такое новшество мне нравится. В общем, у нас здесь, ребята, о, победили. Как видите, у нас парень такой, да, в защитной форме, типа вышибалой. Потом девушка с мечом. И еще одна девушка у нас, ребят, с пистолетиками. В общем, героев должно быть здесь очень много сюжетов, очень много вылазок. Так что, ребятушки, как говорится, все это будет впереди. Ну что же, как мы видим, нас просят очистить комнату очередную. Так, бесплатно. Хорошо, и что-то, видимо, в ней построить. А ну-ка, давайте посмотрим. Динер, это что такое у нас? Давайте опять бесплатно завершим. И, ага, это у нас повар. Амбальчик говорит, да, типа, я люблю сытно поесть. Так, давайте посмотрим, что нам здесь предложат. Все это, я так понимаю, автоматически, ребята, расставляется. Food Depot. Странно, что это такое у нас? А, все, я понял, ребята, это у нас склад пищевой. Так, а здесь-то что нужно? Что они хотят именно здесь от меня? Так, ну я понял, что билд и что мы... Погоди. А, выживший. Living Room. Так, не понял, секунду. Сейчас посмотрим, что это такое у нас. Living Room. Это получается, сюда будут приходить выжившие, что ли? Так выходит. Так, рекрут, это я не... Что? Ну? Ага. Нанять, что ли, мне кого-то можно, да? Ага, понял. Хэнк, ну давай. Хэнк у нас будет почему-то стоять здесь. Подождите, я немножко запутался. Так, ладно. Компания, нас просят зайти в компанию. А куда у меня повар? Воу. А куда у меня там повар-то делся? Я что-то... все, ребята, там не было повара. Там надо было расставлять все самому. Кто будет поваром, кто будет заведующим склада. Вот оно как идет, да. Так, ну что, ребята, у нас очередное задание. Что-то слишком много у меня героев. Я таких не видел, у меня их и не было. Давайте вот так вот, наверное, с вами возьмем и в атаку. Так, выставляем, естественно, сразу персонажей. И давай вот так начнем. Оу, нифига, чувак. Смотрите, ребята, он с дверью от машины. А, он прикрывается типа щитом. Понял, это у нас, ребята, щитовик. Девушка и, смотрите, чувак с дробашом. Довольно неплохая компания у нас здесь. Но единственное, что очень хотелось бы мне, ребята, приблизить камеру и посмотреть это все более детально, как происходит. Как вот этот мордобой выглядит. Так, мы с вами поднимаемся на второй этаж. Ну, как я вам и говорил, ребята, у нас цель здесь сделать полную зачистку этого здания. То есть, по всей вероятности, в каких-то миссиях будут даже боссы. Но здесь, к сожалению, его не было. Эй, зомбарь такой, ватный. Ну, и что такое? Ну, исчез он дальше. Что-то, ребята, немножко она так, ну, не подлагивает, ну, как бы не успевает, скажем, прогрузиться.
Вот так вот проще, наверное, сказано. Так, ну что же, ребята, это у нас, я так понимаю, часть первая, да, идет карты. То есть там еще дальше будут новые какие-то части. И все это будет впереди. Так, смотрите, мы с вами вернулись. Так, что здесь нам показывают? Мы можем апгрейдить за 3000. Хорошо, давайте сделаем. И что нам это даст? Вот что мне интересно, погоди-ка. Так, одна минута написана. Блин, видите, ребята, как-то вот немножко подтормаживает она. Воу-воу-воу-воу. Ха-ха, вот так у нас происходит апгрейд. Понял. Да, отличная работа, мы улучшили свою базу. Ага, тут надо себя, ребята, уже прозвать, как нас будут величать. Ну, это само собой, ребята, все прекрасно знают и без меня, как я буду называться. Так, давайте, наверное, с маленькими буквами, да? Я надеюсь, это никнейм будет свободен у нас. Хотелось бы мне в это верить, но... Никнейм занят, ребята. Хорошо, сделаем тогда Rayplay, я думаю, да? Обычно это, как говорится, второй никнейм, который я выбираю, и обычно все прокатывает. Давайте глянем. Ну. Ага, прокатило. Ты что радуешься? Неплохо, да? Вот именно, что неплохо, все нормально. Если тебя что-то не устраивает, пошел вон из моего... Оу, ребят, смотрите-ка, сколько чего мы можем здесь с вами... А, нет, не можем, это у нас открылось. Мы с вами базу улучшили до второго уровня. И это новенькое, что к нам, как говорится, прибавилось. То есть мы сможем с вами развивать. Но мне кажется, что здесь маловато комнат для всех этих новинок, что у нас есть. Что здесь у нас за коробочка? Почему-то я вот это, не знаю, ребят, не могу. Это инвентарь у нас, да? Ага, понял. Тут у нас нажмите, чтобы открыть. Ящики какие-то лежат. Они почему-то не открываются. Хм, странно. А что вообще могу сделать? Опять, ребят, что-то подтормаживает игра. Запоздание какое-то идет у нее. Так, приняли. В общем, получили мы с вами ресурсы бесплатные. Но я вам скажу, у нас их не так уж и много. У нас 10 аптечек, почти 7000 кирпичей. Так, вот у нас опять повар появился. Как же мне можно здесь, ребята... О, это что такое? Это у нас... А, донат. Это у нас донат идет. Мне этого не нужно пока. Тут у нас тоже не знаю, что за фигня. Так, жрачка пока готовится. Ничего у нас пока не сделалось. Повар там еле-еле работает. Давайте посмотрим, что у нас тут дальше будет по компашке. Давайте посмотрим. Поехали. Так, погоди-ка, а что? Ага, битва. Конечно же, нужно нажать, ребят, на битву. Ну, смотрите, домик не такой уж и большой. Смотрите, какие новые персонажи у нас. Я не могу взять, потому что мне не хватает боевых очков. Хотя, судя по тому, что у меня нижняя шкала, извините, состоит не только из трех персонажей. Тут еще в запасе хреново туча ячеек. То есть я могу представить, что в дальнейшем будет просто мясо здесь. А пока будем выставлять вот этих своих ребят. Подожди, почему не могу? Видимо, не хватает очков. О! Да куда ты, родной мой, там размахался лапками своими-то, а? Кренделечек. Почему-то барышня, главное, стреляет. Ну, смотрите, сейчас она стреляет прямо, да? А сейчас она почему-то стреляет в пол. Не понимаю, почему так. Но, в принципе, прикольно, ребята. Каждого персонажа можно будет потом улучшать. У него появляются потом новые скиллы, новые удары. В общем, все как полагается. Соответственно, мы будем... Оу! Будем улучшать базу свою. Ну-ка, получи, гад, и распишись. Классно, вот это мне нравится, ребята. Тихо. Ух! Зомби-амбал упал, ребята. Да. У него на щите, ребята, написано «Возвращайтесь в ад». Я имею в виду мужика, который бегает с дверью. Ой, ну да, с дверью. От машины. На двери от машины написано «Возвращайтесь в ад». Да, прикольно. Так, у нас здесь в первой части получается 10 заданий. Мы выполнили пока только 2. А здесь что у нас дальше? О, ребята, это у нас часть третья будет. В общем, очень много здесь частей. Так что поиграть, развиваться можно будет с лихвой и с головой, ребята. Как говорится, все в ваших руках. Так, ну что у нас тут? О, это что такое? Это мне не нужно, наверное. Так, по идее, вот это вот у нас выжившие должны быть, да?
Да что такое-то, ё-моё, не туда нажал, по-моему, не туда. Вот это вот, что за фигня, ребят, я, честно говоря, не понял. Я в каждую комнату, по ходу дела, могу поставить ответственных лиц, да, которые будут отвечать за определенную комнатку. Мне почему-то именно так кажется, другого варианта я не вижу. Какие-то ловушки можно выставлять. Ну, давайте проверим, например, вот этого поставим вот в материалы, предположим. Так, у нас тут еще столовка есть, какой-то центр переработки. Да, смотрите, они стоят, ребята, все, мы заполнили с вами эти комнаты. То есть, соответственно, наверное, должна идти там работа как бы улучшенная, да? То есть, должны производиться еда, какие-то ресурсы. Потому что, ну, все-таки персонажи здесь стоят. Или они просто у нас стоят как охранники. Вот это тоже надо будет еще потом, ребята, разобраться более подробно с этим делом. Так, комнат у нас очень много, которых можно тут, естественно, расчищать. Но, мне кажется, все равно недостаточно, не настолько достаточно, чтобы мы могли полностью все ячейки здесь реализовать. То есть, те, которые нам даны. Причем мы получаем с вами золото, и еще неизвестно, куда эту голду можно тратить. Вот смотрите, ребята. Центры переработки. Инфирмари. Это я не знаю, что такое, ребята. Ну, давайте посмотрим, что же. Это что-то новенькое, кстати. Такого у меня еще нету. Ага. Ах, ребята, это медицинский кабинет. Вот оно что. То есть теперь у нас есть свой медик, который будет делать лекарства. Ну что ж, я скажу вам, это неплохо. Так, что он просит? Вылечить его? Так он же вроде бы как здоров у меня. Зачем я? Так, у меня... Блин, я все аптечки в него вбухал. Блин. А нужно было... О, улучшение. Так, смотрите, смотрите. Здесь, чтобы улучшить, нужны какие-то, ребята, медали. А вот где эти медали зарабатывать, я пока даже и не в курсе. Ну, опять же вам скажу, оу, красавец-то какой. Блин, вот этот чувак, кстати, викинг, мне напоминает из «Вперед на зомби-войну». Помните, там дровосек у меня был. Один в один, елки-палки. Да, прям такой же. Ой, ну что же, ребятушки. Наверное, мы будем с вами закругляться на этом обзорчике. Если вам понравилось, то вы пишите мне в комментариях. Возможно, мы сделаем еще пару серий, разберемся поболее подробнее. Может быть, даже пройдем какие-нибудь главы с вами. Ну, вообще, хотелось бы посмотреть, что к чему и для чего, куда нас это приведет. Так, 700 еды, чтобы рекрут. Оу, через час, а что это у нас получается? Я еще призову такие же чувачков, или для чего я это нажал? Пока для меня, ребят, неизвестно. Так, комнат еще осталось у нас. Две, такой две, четыре как минимум, ребят. Вот единственное, что я не могу открыть. Крафтинг. Операционная? В плане. А, операция, елки-палки, операционная. Здесь, видимо, мы будем раз... Оу, хо-хо-хо-хо. А вот это шикарненько. Ребята, это новые, так скажем, перки у нас появляются, которые мы можем... использовать в бою, я так понимаю. Это вот у меня стандартные два. А я, например, хочу вот эту вот гранату. Я не знаю, что это за граната такая, честно говоря. Я могу открыть, у меня хватает, ребята, жрачки. Поэтому давайте сделаем. Вот две у нас доступные. Так, открываем, unlock. И, пожалуй, вот это тоже unlock. Адреналин. Так, адреналин и шумовая граната. Хорошо, а как мне теперь это дело, ребята, как бы поменять, применить? Где это делается у нас? Так, медицина, это понятно. Ну, в компании, я думаю, хотя... Да, ребят, наверное, перед боем. Вот сейчас, по идее, должен быть у нас выбор персонажей и... Да-да-да, где-то вот здесь вот. Давайте-ка посмотрим. Это мои герои, да, которые пойдут. А если я, например, хочу убрать... Слушайте, а стоит ли? Смотрите, этот у нас с ближним боем. И этот тоже с ближним боем, он с топором. А мне нужен, наверное, все-таки дальний бой. Поэтому Анночку, наверное, мы... Анночку мы, наверное, все-таки с вами вернем обратно. Потому что у нас идет щитовик. Так, а этот должен идти первым. Поэтому не катит, не катит, ребята. И давайте посмотрим, как нам поменять с вами перки. Тактика, ага. Флешбэнг, давай попробуем. Подожди, а как же нам... Секунду, а как поставить? Ага, вот мы убрали. Не, подожди, подожди, подожди. А, ну все, да, нормально, ребята. Давай попробуем. Так, секунду. Ладно, ребят, снайпер нам нужен будет. И, в принципе, светошумовая тоже граната нам нужна. Пускай будет так.
Ну что же, щитовик у нас рванул в бой. Дробовичок тоже вышел. Воу, это что у нас, медицинский центр, что ли? Смотрите, медсестры-зомби здесь у нас. Они готовы. Так, мы с вами идем дальше. Непонятно, ребят, что это. Ого. Куча зомбарей. Ну, мы выдержим. Щитовик, конечно, мне нравится, очень радует. Хочу посмотреть, вот, ребята, вот эту вот гранату, как она, по крайней мере, действует. Сейчас мы ее, наверное, с вами используем. Сейчас только найдем достойных врагов. Давай-ка вот здесь попробуем. О, типа я бросил. Ага, вот, ребят, видели, да? Она их просто оглушает, и они ничего сделать не могут абсолютно. Прикольно. Ну и снайперский выстрел, вы прекрасно видели, что он делает. Я просто навожу, и у меня якобы, как бы я, смотрящий за своими ребятами, начинаю делать снайперский выстрел. Так, хорошо, поднимаемся с вами выше. Это у нас третий этаж, последний. Бургер. Бургер-маркет какой-то, да? Ну что ты? Слушайте, давайте используем, наверное, с вами. Будет какой-нибудь босс-то. Вау, смотри. Давай его, наверное, расстреляем, блин, того повара. Хотя не обязательно. Слушайте, нифига, да? Такой упырь. Говнюк. Ладно, ребята, в принципе, мне все предельно ясно, но хотелось бы, конечно, мне бы разобраться получше, побольше. А вам, если нравится, как я вам уже и говорил, вы пальчик вверх и пишите мне, стоит ли ее дальше играть или нет. Так, что там у нас, что-то нету там с медициной что-то связанное, да? Мне какое-то сообщение сейчас пришло просто-напросто. Так, новые рекруты. Вот что такое обозначает вот эта буковка N? Мне вот самому интересно просто-напросто. По идее, это когда новый рекрут какой-то появляется, тогда да. Тут еще, я так понимаю, будут, ребята, налеты на базы, рейды, ну и, естественно, дружба и все дела. Ну, а на это, пожалуй, мы будем с вами завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Не слишком сильно вас утомил. Ну и увидимся, как всегда, в следующих новых видосиках. И будем играть в разные интересные игры. Всем пока и удачи!